Мы приехали сюда на поля с отвалами от металлургического производства посмотреть, на самом ли деле здесь, в непосредственной близости к городу, расположена свалка металлургических отходов. Увиденное просто шокировало нас, потому что горы металлургических отвалов, вот они видны, рядом озеро с хвостами от металлургического производства, из трещин этих гор поднимается дымок. То есть очевидно, что в этом клинкере продолжают происходить какие-то химические процессы, и вредные вещества первого класса опасности, они выбрасываются в атмосферу города Владикавказ. Непосредственно с этим вот клинкером рядом, в непосредственной близости, расположены сельскохозяйственные поля, на которых выращиваются картофель и кукуруза. В непосредственной близости от этой вот свалки металлургической расположен источник, на котором добывается минеральная вода, разливается и поступает в торгово-розничную сеть Осетии. Мы считаем, что все поля, которые расположены в непосредственной близости к вот этой свалке, должны быть обследованы на содержание вредных и опасных металлов. Тем более, что премьер-министр Северной Осетии Тускаев вчера на парламенте сказал, что любые средства будут выделены для проведения анализов. И если на этих полях будет выявлено содержание вредных и опасных веществ больше, чем ПДК, эти поля нужно закрыть и запретить на них выращивать сельскохозяйственные культуры. В связи с этим я хочу объявить вам и пригласить вас завтра на площадь Штыба к памятнику Исеплиеву в 2 часа. Всех не безразличных людей и неравнодушных к тому, что происходит в экологии нашего города. Это не митинг, это не политическая акция, это просто форма общения людей и форма разработки какой-то стратегии.